Всем здорово, друзья, с вами Ял и... Да, Fort Nightmares. Fort Nightmares. Настал у нас Хэллоуин уже в Фортнайте. Как вы видите, Фортнайт кошмары. Кошмарные украшения, злобные монстры, многое другое. Вступайте в бой и узнайте, что произошло на острове из-за таинственного куба на этот раз. Мне, кстати, очень интересно. Я видел в ролике, что он взорвался. Да, спойлер. Сори, конечно, за спойлеры. А дальше у нас идет шестизарядник. Стреляйте от бедра, если важна скорость, или цельтесь для точности. Кстати, очень круто. Это фактически револьвер, да? Новый револьвер, круто. А, что-то типа как у Макри. Overwatch. Да, кстати, если не видели еще премьеру на втором канале по Overwatch, можете посмотреть, ссылка будет в описании. Двойное проклятие, экипировка проклятого ковбоя и кирка проклятый коготь уже доступны. Отлично, ребята, с этим всем мы сегодня... Вот ролик, о котором я говорил, давайте посмотрим. Ну, как я и говорил. Остров взорвался. Офигеть. Круто. Вау, новая вкладочка, да, для друзей. Класс, гляньте, как удобно. Новое лобби, опять же. Вау, Хэллоуин начинается. Круто, ребят. Так, что у нас еще здесь? Fortnite кошмары. Кошмары. Новинка, стоп, подождите. Вы, кстати, можете прочитать новости и обновления в подробностях, есть ссылочка там в описании тоже. Можете почитать, что там новенького. Окей, то есть новинка, то есть это добавили в обычные режимы? Все, что там обновили, вот эти зомби, это что, будет в обычном режиме? Ладно, давайте выберем, давайте все-таки купим этого чувака, он крутой, да? Как вы думаете, он крутой? Стоит ли его покупать? Тем более, эта покупка может поддержать домиди. Ну ладно, ладно, давайте все-таки купим, поддержим доми, потому что... Почему? Потому что это уникальный скин. Он будет меняться в зависимости от нанесения урона или если игрок остается в живых дольше других. То есть это новая фишка в скинах. Давайте возьмем, мне как раз 2000 V-баксов осталось. Я также взял коготь, новую кирку, вот эту проклятый коготь. В общем-то, погнали! Погнали поиграем, посмотрим, что новенького на карте, посмотрим, что произошло с кубом. И давайте начинать. Псс, кстати, в поддержке авторов можете вписать мой никнейм. Буду вам очень благодарен. Ссылка на Fortnite в описании под видео. Окей, друзья, ну что ж, мы начинаем. У нас новый автобус, на котором мы летим. Круто, круто. Потому что предыдущий, как вы видели, сбили в ролике в начале видео. Мы еле-еле нашли лобби. Во-первых, посмотрите, 82 человека. Во-вторых, посмотрите на остров, он весь разбит. Офигеть! Куб сработал. Выпустил какую-то мощную... Выпустил какое-то мощное излучение, не знаю. Спровоцировал взрыв. И, в общем-то, остров теперь разделен на несколько частей. Давайте попробуем прилететь на часть, которая с домом, да? Потому что я уверен, что там должен быть лут. Там что, половина дома на другой стороне? Или это другой какой-то дом? Там просто половина дома... О, нет, там уже кто-то... Там панда. Там пол дома на другой стороне, офигеть! Я сюда. О, а, нет, я упал! Вверх. Пушки. О, нет, там дробовик. Дайте дробовик. Я не могу взлететь. Дробовик. Май гад. Дочку, сейчас нужно все распределить. О, две банки. Офигеть! Новый автобус, новая локация. Дом просто какой-то на две части порубленный. Остров тоже порубленный. И куб в центре. Окей, круто. Где?
Нужны ресы. Черт, он улетел. Ладно. У меня есть гранаты, которые могут меня подбросить туда. О! Летит. Боже мой, три части, офигеть! Просто три части. О, нет. Где они воюют? Внизу. А, они внизу все. Так, ладно, давайте на остров. О, там миники лежат. Много чего лежит. Не знаю, стоит пролететь или на гранатах, наверное, стоит пролететь. О, бой. Ха-ха, класс. Так, мой костюм должен меняться в зависимости от ситуации, да? Так, если я сюда упаду... Чё, нет? Ну, я понял. Так, там внизу, скорее всего, ребятки, да? Я слышу вас. Не знаю, на кого лучше, на застройщика или на... того, кто атакует. О, он его убил. О, нет. О, бой! Фух! Меня кто-то что-то швырял. Вау, я чуть не сдох. Чуть не погиб. Птичка. Что это за звуки? Что это за звуки? Пщу. Я не понял. Что такое? Бери аптеку. А. Две аптечки, вау. У нас один килл. Подождите, что вот это за значок справа? Все-таки зомби будут в обычном режиме? Зомби, которые были в ролике, будут в обычном режиме? О, нет, того челика убили. Кто? Который вот здесь, чувак. Ага, я понял. Добей, ялыч. О, у меня есть гранаты. Я забыл, что у меня есть гранаты. Оу! Что это? Что это было? Он чем-то швырнул в меня. Это что, лук какой-то или что? Или это револьвер новый? Слушайте, мне нужен этот револьвер, пожалуйста, но я не хочу умирать. Этот чувак явно не нуб. Holy moly! Это зомби! О, черт, отсюда начнут вылазить зомби. Я вам серьезно говорю, оттуда начнут вылазить зомби. О боже, я боюсь. О, нет. Знаете что, я уйду отсюда. Так, давайте зарашим этого чела все-таки. Арбалет вернули! О май гад! Ребята вернули арбалет.
Я чертовски рад. Мне кажется, сейчас зомби пойдут, да? О боже, у меня руки дрожат от этого обновления. Я не хочу проигрывать. Не хочу сдаваться. Не хочу получить в шляпу с арбалета. О боже, эти штуки появились. Они везде появляются, что делать? Блин, патроны. О май. Это зомби? Какого черта? Я убил зомби, из него выпала аптечка. Это чудовище из куба. Офигеть, из него выпала аптечка. О боже, они еще появились. Они будут меня жрать или что? Это какая-то жесть. Офигеть. Чё за ПВЕ? Чё за ПВЕ, алло? Я не хочу ПВЕ. 21 человек остался. О, тут краплер, блин. Краплер. Котэм. О, там еще и банка. Че я банку не увидел тогда? Патроны, отлично. Фух! Чещ! 49 секунд. Ну я, в принципе, хочу и арбалет оставить, и граплер хочу. Оставлю арбалет. С граплером еще наиграемся. Офигеть! По всей карте появляются чудища из куба. Они типа к концу будут все чаще и чаще появляться или типа того? Опа. Опа. Остановись, пожалуйста. О май. Понял. О, это чудовище. Блин, я чудовище убил. Так они будут отвлекать. Смотрите, как они дико отвлекают. Он тушит чудищ. Не попал. Попал. О, господи! Теперь же можно летать. Точно, теперь же можно летать, я забыл совсем. Отстаньте от меня! Зомбачьё! Боже мой. О. О май. О бой. Понять, где игроки, где не игроки. Где патроны взять на М-ку? Вот.
30 патронов, серьезно? Ну только дробовик и ПП. Блин, хедшот 60, серьезно? Чудище! Отстаньте от меня! О! Я ударился в дерево! О боже! Что происходит? Я не могу играть в это! Боже, у меня еще ресов нет. Пять патронов, офигенно. Вверх кто-то стреляется. Ресы, нужны ресы. Блин, 60 урона с арбалета в голову, ну это бред. Это арбалет только чтобы чудище отстреливать, я так понимаю. Он, наверное, так и называется, да? Арбалет для чудищ. Да, истребитель нечисти, понятно. Надо было граплер брать, черт возьми. Я по игрокам с него стреляю. О бой. 5 патронов. Ой, гад. Что мне может из нечисти еще выпасть? Дробовик. Патрон. Есть смысл истреблять нечисть. О май гад! Это что? Ты что такое? Я ухожу. Я можно я уйду? Мовли, гвакамовли. Отлично, я выбил скар из нечисти. Блин, они опять повылазили. О боже, они теперь быстро бегают. Что мне делать, ребят? Слишком много обновлений. Я реально не знаю. Чувак, походу, от нечисти убегает. О, чёрта! Патроны. О, нет. О май гад! А! Нечисть! Отстань от меня! Блин, они ломятся в хату! О боже, они еще и за мной сейчас.
Отстань от меня! Гадость! Уйди! О боже. Топ-3, о боже мой, что происходит? Эта штука реально в обычной игре, что? Они друг с другом дел батлят. О, у меня ресов нет. Ай, нет. Он бьет меня! Нет, патроны! Патроны! Почему я не перезарядился? Топ-2, камон! Если бы у меня были ресурсы и патроны! Почему? О, бой. У чувака 3 килла. Что? Патроны? Что ж, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайки. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового обновления Fort Nightmares. Всем еще раз, да, спасибо за просмотр. Не забудьте поставить колокольчик. И если вы хотите поддерживать меня, можете вписать мой тег в поддержку авторов. Вот. Всем удачи и всем пока. Увидимся.